Российская сторона инициировала скайп-встречу трехсторонней контактной группы и сама же ее сорвала. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Алифер. Украинская сторона была готова к участию в видеоконференции. Приехали и представители ОБСЕ, но российская сторона на видеосвязь не вышла. Причины неизвестны. Сегодня планировали обсудить имплементацию договоренностей, достигнутых в Мюнхене на встрече глав МИДа в Нормандской четверке.